Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до ефіру програми «Між нами». Ну, власне, можна долучатися за допомогою YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zb.suspilne.media. Ну і ще варто нагадати, що в студії сьогодні працюють Олександр Паштенко та Поліна Снєжина. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на депресію страждає близько 300 мільйонів людей у всьому світі. В Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів. Українці страждають на неї значно частіше, аніж жителі країн Європейського Союзу. І показники захворюваності у нашій країні продовжують зростати, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Отож, чи можуть затяжні свята спричинити депресію та чи варто змінювати роботу, перебуваючи в депресивному стані, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Максим Білоусенко, практичний психолог. Вітаємо вас. Здравствуйте. І також з нами Марина Машинська, менеджер проєкту з працевлаштування «Перспектива». І вас вітаємо. Здравствуйте. Перш ніж почнемо нашу розмову саме про післясвяткову депресію, послухаємо коментар лікаря-психіатра, PhD-аспіранта Запорізького державного медичного університету Галини Гук про критерії та види депресії. Варто одразу зазначити для всіх людей, які нас чують і які мусять для себе розуміти, що це не просто сплін, і це не просто хандра, це дійсно синдром або самостійне захворювання, яке визначається трьома найголовнішими критеріями. Це стабільно знижений поганий настрій, це загальмування на фізичному рівні, тобто тяжкість рухів, повільність рухів, оскудіння взагалі рухової активності та зниження ментальної продуктивності, зниження кількості ідей, якості мислення, аж до повної зупинки його. От це три найголовніші симптоми, які об'єднують от депресивний синдром. Самі ж різновиди депресії можуть бути різними. Є така так звана клінічна або в американській літературі major depressive disorder. Тобто це велика депресія як самостійне захворювання, як цукровий діабет, як аутоімунний тиреоїдит. Вона береться, можна так сказати, ні звідки. Тобто є якісь там генетичні перестороги, нейропсихологічні, але ми не можемо сказати, що був якийсь фактор або ситуація. Це просто як спонтанне захворювання, скажімо так, яке має свою циклічність, може повторюватися, може не повторюватися. І в нього є на лікарському нашому сленгу такі патогномонічні симптоми не лише психічного, але й фізичного порядку. І з цим вже розбирається спеціаліст. Існує невротична депресія, тобто депресія на тлі декомпенсації психічних ресурсів людини. Вона народжується з певним устроєм психічної і нервової системи, і якісь життєві нестабільності кожній людині дається по своєму ладнати, а комусь не дуже дається. І от у всій сукупності тривожних, якихось обсесивних, нав'язливих, там, панічних станів може бути в тій чи іншій мірі присутній депресивний компонент. От така невротична депресія. Бувають навіть масковані депресії, які людина, вона носить досить такі вишукані маски, які людина сама не може розрізнити. Маски можуть бути болюва, або під маску безсоння. Значить, то людина каже, то в мене немає зниженого настрою. Все було б класно, і в мене було б більше енергії, якби я просто спав. Але я не сплю. Таке теж буває. Тобто, насправді, депресія дуже багатолика. Але три стабільні критерії обов'язкові, вони, як правило, присутні в кожному разі. Це був коментар лікаря-психіатра, PhD-аспіранта Запорізького державного медичного університету Галини Гук про критерії та види депресії. Нагадаю, що з нами в студії Максим Білоусенко, практичний психолог, та Марина Машинська, менеджер проєкту з працевлаштування «Перспектива». А чи існує такий вид депресії, як післясвяткова? Пане Максиме. Ну, мы когда-то с вами здесь проводили передачу, посвященную депрессии, да, там я высказал мысль, которую я придерживаюсь до сих пор, о том, что депрессии как единой сущности не бывает, скорее всего, это набор некоторых депрессивных проявлений, некоторых синдромов или симптомов, которые
иногда складываются в такую тяжелую дезадаптацию, которую вот уже врачи стараются как-то изменить. Но для меня лично вот после праздничной депрессии как таковой, вот именно как такой особой сущности не существует. Скорее всего, это некоторые проявления депрессивные у некоторых людей после некоторых праздников. У психології, до речі, є спеціальний термін – синдром робочої дезадаптації. Що це таке і як він проявляється? Ну, чесно говоря, я його услышал здесь от вас первый раз. Я думаю, що от якраз ну, словесно він улавливає те, що говорю я. Тобто дезадаптація – це нечто шире, наверное, от депресії або клінічної депресії. Да? Це от щось, що вибиває чоловіка, собственно говоря, з нормальної колії. Ну, скоріше всього, це термін об этом, о том, що у человека что-то нарушається. Але ж взагалі повинно бути навпаки, якщо у людини, наприклад, були свята, певний термін відпочинку, на роботу хочеться навпаки йти з підвищеним настроєм, а не навпаки йти як якусь каторгу. Ну, наверное, здесь нужно ж несколько посмотреть факторов, которые действуют на то, как настроение формируется у человека во время праздников. Прежде всего, во время праздников очень часто нарушаются ритмы. Я бы назвал три ритма, да? Сон, циркадные ритмы, да, человек перестает нормально спать, особенно новогодние праздники. Второе – это пищевой ритм, да, он нормально не ест, он переедает или недоедает, как, ну, чаще переедает, да. И третье – это, конечно, употребление алкоголя. То есть излишество в этих вопросах приводит к тому, что его нормальные ритмы сбиваются. Естественно, выходя на работу, он чувствует себя иногда изможденным, и ему бы хотелось продолжить эти праздники, потому что сбился ритм. А особенно наши запорожские, да, ритмы, когда два дня первая смена, два дня вторая и два дня ночная смена. Попробуйте войти в этот ритм, в этот режим, когда у вас уже был сбит режим. Да, это очень тяжело. Ну и если работа нелюбимая. Если вы не любите свою работу, то вернуться на нее после праздников достаточно трудно. Який же з цього вихід? Як правильно повертатися до роботи після свят, або, можливо, навіть після відпустки? Можливо, варто заздалегідь психологічно себе підготувати? Ну, я би здесь, конечно, рекомендовал какие-то изменения в отношении вообще к своей жизни. Ну, прежде всего, наверное, надо учесть эти все ритмы и посмотреть, насколько я сбиваю свой пищевой ритм, да, возможно, отказаться от употребления алкоголя. А с другой стороны, искать любимую работу. Все-таки это очень важно. Ну, хотя бы я поддержу, потому что ну, я отношусь к тому числу счастливчиков и везунчиков, у кого работа любимая, поэтому я, конечно же, уже последние праздничные дни, наверное, ну, ждала и готовилась к работе. И для меня вообще такого ну, понятия нет, выход на работу и какое-то депрессивное состояние, связанное с этим. Но, конечно, понимаю, что есть люди, которые работают очень часто, ну, особенно в нашем проекте мы сталкиваемся исключительно, наверное, с теми людьми, которые не любят свою работу, и для которых это данность, обязанность, и, конечно же, это все усугубляется праздничными затяжными днями, когда у тебя каждый день гости, когда ну, жизнь немножечко похожа на праздник, а потом нужно возвращаться в такие серые, суровые рабочие будни. Да, здесь очень-очень большую роль играет, является ли работа любимой. Яка мотивация таких людей, які обирають не свою професію? Послушайте, ну здесь же очень... Мы живем в таком индустриальном городе, да, где, мне кажется, это максимально выражено, когда люди просто идут на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Это основная мотивация. И очень редко люди выбирают... Ну, есть выбор, да, идти на любимую работу с такой же заработной платой или идти на нелюбимую и выбирают нелюбимую. Ну, такая ситуация вряд ли возможна. Конечно, все обусловлено социальным статусом. Я считаю, что на нелюбимую работу люди идут только за деньгами. Ну, то есть мотивированы они только материально. Пане Максиме, рано чи пізно людина починає вигоряти, якщо це нелюбима робота, тим паче свята, коли був фурор у людини, коли вона відчула, що вона відпочила, і знову вона на роботу. Чи до чого це може призвести? Як взагалі людина буде жити ось цими відчуттями? Я бы так сказал, что, конечно же, каждый человек, как бы мы ни говорили о том, что он склонен к депрессивным проявлениям или еще каким-то таким дезадаптационным проявлениям, все-таки он имеет определенный набор своих средств, как он справляется с этим.
Кто-то продолжает кушать вкусно после того, как он выходит на такую работу, да, кто-то, ну, спортом все-таки занимается, кто-то старается выдержать режим и в праздники, да, то есть, в принципе, сказать, что однозначно вот человек склонен к тому, чтобы депрессию ощущать после того, как он вышел из праздничного, как бы, застолья, из праздничных дней, ну, так бы я бы не сказал. У каждого есть какой-то свой наборчик, да, какой-то чемоданчик, который он открывает и что-то начинает делать. Где-то на работе он с коллегой общается, где-то он там кофе с каким-то бутербродом, да, вкусным таким пьет или ест там. Ну, вот есть у каждого какие-то средства. Конечно, выгорание – это накапливающийся такой процесс, долгий, длительный, его нельзя одним днем посчитать, одной неделей. Ну, каждый как может справляется. Щодо депресивного стану, чи існує якийсь пік, коли людина його достигає і починаються тоді проблеми, коли треба звертатися і до психолога в першу чергу? Ну, собственно говоря, это вопрос очень индивидуальный. Конечно же, он связан с тем, как человек себя ощущает в социуме. На сегодняшний день есть очень четкие картины того, что вот бывают люди в самых тяжелых обстоятельствах, в самых тяжелых стрессах, но они при этом не испытывают депрессии. То есть депрессия не является универсальным человеческим опытом. Поэтому здесь однозначно ничего сказать нельзя. Кто-то, ну, вот два дня чувствует себя плохо и плохо спит, и уже через два дня он вынужден обратиться к психиатру, да? А кто-то годами может так себя чувствовать, и для него это нечто, ну, почти естественное. Поэтому очень сильно зависит от личностних особливостей, от отношення к этому. Повертаючись вже після свят на роботу, як, власне, поводити себе на робочому вже місці? Чи треба складати якийсь робочий план дій? Да, безусловно. Я бы рекомендовала вот первое, что сделать, если человек замечает за собой, что после выхода с праздничных дней, да, и возвращения в такую в рабочую атмосферу есть какие-то проблемы, и с этим могут быть связаны какие-то психологические там, ну, трудности, скажем, да, тогда, конечно, первая рекомендация — это четкий план действий. И, как правило, рекомендуется не нырять там прям очень сильно с головой в работу, да, а начать потихоньку входить в этот режим, если у вас есть с этим сложности, если для вас действительно выход после праздников — это немножечко стресс. Тогда, конечно, на первые дни рекомендуется запланировать такие легкие, там, разбор почты. Ну, это если мы сейчас говорим с вами об офисных сотрудниках, да, конечно, не о работниках там металлургических предприятий. Запланируйте на первое время пока такие легкие задачи, которые нужно, может быть, которые необходимо решить, но с таким постепенным входом в рабочий режим. Да, конечно, план действий — это очень классная штука, которая работает. А що робити тоді тим, які дійсно працюють на заводах, коли немає ось такого? Такой возможности. Да, я понимаю, что для некоторых людей, для большинства, да, людей, которые работают на металлургических предприятиях, это немножечко звучит как абсурд. Но смотрите, если есть возможность делать перерывы в работе, делайте их. Если есть возможность общаться с коллегами, да, вот как говорил собеседник мой, поговорите с друзьями на работе. Есть еще такая штука, как вот когда мы выходим из режима праздничного настроения, да, в рабочую, запланируйте себе на следующий ваш выходной тоже какую-то приятную встречу с друзьями. Вы будете знать, что вас впереди ждет такая же приятная встреча, как была у вас там в праздничные дни, и это немножечко будет подогревать ваш интерес, да, и, ну, преодолевать, помогать вот эти трудности рабочие. Но если есть возможность, я за перерывы, вот такие, не наваливать на себя много работы, делать перерывы, может быть, себя за что-то хвалить, вот, и благодарить, и награждать там вкусной едой какой-то, да, потому что вкусная еда может быть не только в праздничные дни, но еще и в рабочие. Какие-то приятные встречи запланированные, они тоже немножечко... Спланируйте отпуск ваш, где вы проведете ваш отпуск следующий. Ну, вот такие какие-то рекомендации. Пане Максиме, може, ви ще хочете додати щодо психологічних порад, як налаштуватися на робочий процес? Еще раз вернусь к тому, что я говорил. Я думаю, что стоит немножечко посмотреть на то, как мы проводим праздники, и все-таки выстроить какой-то режим праздничный, да, без переедания, без... Не то что злоупотребление алкоголем, а просто попробуйте провести трезвые праздники. И постарайтесь так, чтобы в вашей семье была радость. Я знаю, что очень многие конфликты концентрируются вокруг вот, дома, вокруг приготовления этого праздничного обеда, проведения этого праздника, кто что смотрит, что слушает, сколько сидит, до какого времени. Да? Вот это очень важно было бы. То есть вопрос-то выходить из чего?
То есть там за спиной остается что-то радостное и приятное, ну, я как бы несу это с собой. А если там что-то такое разрушительное, да, или там тяжелое, то, конечно, оно будет мешать дальше. З ваших слів я зрозумів, що якщо і попереду якісь свята, потрібно підготуватися психологічно, щоб потім не було вже дуже погано після свят. Може бути і так. Чому б не запланувати хорошу прогулку з сім'єю, з любимою жіною, з любимим мужем, з дітьми, да? То есть почему бы заранее не подготовиться к тому, чтобы хорошо провести время, без эксцессов, да, то есть ни вниз, ни в плюс, чтобы не было излишних волн, почему бы и нет. Марина, ви казали про ті перерви, які, на які треба відволікатися під час робочого процесу, особливо в перші дні. Як часто їх треба влаштовувати і що робити, щоб не затягнуло в такі перерви? Да, да, є ще така со сторони роботодателя, да, такой некий нюанс, когда наблюдают, что вот в праздничные дни производительность труда работников падает. Но здесь у меня есть рекомендация немножечко и к работодателю, ну, с пониманием отнестись к этому моменту, да, и понять, что вот эти после постпраздничные дни их тоже нужно помочь пережить вашим сотрудникам, потому что, ну, действительно, как бы мы сейчас здесь ни говорили, что было бы хорошо нормировать свой день и выходной тоже, да, и там без перегибов какую-либо из сторон, но мне кажется, что большинство наших людей до сих пор живет вот этими такими, если идти гулять, то уже гулять. Поэтому вот для работодателей есть такая рекомендация. Ну, допустим, соберите в послерабочее время ваш коллектив на какой-то сабантуйчик небольшой, да, без алкоголя, без перегибов, но, может быть, там с какой-то настольной игрой, ну, чтобы вот немножечко разгрузить вот эту вот это нависшее состояние работы, да, бесконечной. А для сотрудника здесь у каждого по потребностям. Ну, глупо говорить, что там я рекомендую делать перерыв раз в 15 минут. У каждого человека это по-разному все-таки. Вот тут надо ориентироваться на собственные ощущения. Без перегибов, конечно, потому что нужно понимать, что человек, который работает на кого-то, да, вы находитесь немножечко под присмотром. И это тоже как-то нужно нормировать. Ну, то есть не уходя в полный загул, иначе чем ваши рабочие будни будут отличаться от тех праздничных, после которых вам плохо. Ну, вот как-то так. Каждому человеку по-своему, каждая работа, она же тоже очень разная. И у кого-то работа сверх требующая усилий, а у кого-то очень так лайтово все проходит. Поэтому, ну, тут индивидуально очень. 2021 рік розпочався, ну, власне, зі святкових днів, а потім він плавно перейшов у локдаун. І більшість, до речі, так і залишилася в локдауні і вийдуть лише вже з 25 січня, коли, власне, 24 січня локдаун закінчиться. Як тут людині ось не попасти в депресивний стан, коли цілий місяць без роботи, без планів на майбутнє, що буде вже в лютому? Давайте тогда обозначим. Мы с вами говорим про тех людей, которые попали в локдаун вынужденно, и, но при этом имеют не работу, працюють. Или те, которые вообще не работают? Ну, можливо, працюють якраз в тій сфері, яка саме зараз вже не працює. Ну, тогда здесь вообще это очень большая такая глубокая тема, которая требует длительного обсуждения, как вот пережить вот это. Конечно же, ну, как бы я сейчас здесь не говорила о том, что не стоит отчаиваться, не стоит впадать в депрессию, да, для каждого человека финансовая мотивация играет большую роль, и, конечно, если вы потеряли работу, то здесь все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я считаю, что, смотрите, есть еще такая штука, как поиск работы, вот если запланировать его на вот эти первые месяцы года, то я бы сказала, что немножечко шанс найти работу увеличивается даже, потому что все-таки для большинства людей наших, с нашим менталитетом, да, вот эти дни, они такие праздничные, никто никуда не торопится, никто не ищет работу, никто не ищет сотрудников, но не со стороны работодателей. Я все-таки считаю, что это те дни, когда у вас такая лазейка меньше конкуренции, да, и стоит запланировать поиск работы вот как раз на такое время, потому что очень много же и компаний перестроили свою работу в связи с вот этими событиями, да, с локдаунами и так далее. Очень много людей сейчас, очень много компаний ищут людей удаленно. Поэтому такой, ну, а у вас временной запас, поэтому, конечно, не стоит отчаиваться и опускать руки, и точно не стоит прекращать поиски работы, если вы уже что-то проделывали, да, тут уйдите немножечко в саморазвитие, да, что-то почитайте, что-то посмотрите в интернете, как, может быть, улучшить ваше резюме, может быть, где-то что-то дописать, где-то что-то, ну, это такое, для каждого это, знаете, это вот время возможностей, я так считаю.
Пане Максиме, як тримати себе в руках під час локдауну, якщо він розпочався після свят? Опять же, вернусь к тому, что у нас была передача, где мы очень подробно обсуждали эти вопросы. Часть из них я просто напомню. Я думаю, что если у человека есть работа и нет вот необходимости, как коллега говорила, вот искать ее и сейчас, да, самый лучший вариант – это все-таки жить здесь и сейчас, то есть вот сегодняшний день. Ну, в конце концов, работа есть, надо только дождаться, да, до выхода. Здесь и сейчас. Вот сегодняшний день, он дает максимум возможностей и для отдыха, и для радости, и для чего-то нового. Постараться, может быть, сосредоточиться на каком-то хобби своем, о том, что приятно в это время. Ну и, может быть, уделить внимание близким, которым из-за работы так и не особо было интересно уделять это время, да, может быть, с детьми побыть, вот они сейчас все равно учатся уже, да, это не просто, это трудно, то есть быть с детьми, которые учатся онлайн, да, тут иногда мы больше учимся, чем они, или мы пытаемся их мотивировать, да, а вот посмотрите на них, какие они, вот они такие дома, да, вот они так учатся сейчас, ну, попробуйте с ними побыть, да, может быть, это новый навык, который вы можете как-то для себя приобрести, да, найдите вот в сегодняшнем дне для себя что-то интересное и важное, даже новое. Ну и близких своих хотя бы немножечко увидьте. Чи можна залишати людину на самоті, якщо ось відчувається, що вона в депресивному стані? Опять же, это очень сильно зависит от того, с кем мы имеем дело. Один человек, побыв в этом одиночестве, потом вот у него как-то энергия развернется, и он пойдет делать то, что ему нужно. Да? А кто-то уйдет в это одиночество, и оно станет действительно раковиной, которую можно называть уже депрессией или клинической депрессией. Все зависит очень от человека. Ну, если он чувствует, что ему плохо, то он должен искать помощь. Это нормально искать помощь. Но если мы видим это, то мы можем предложить помощь, но она зависит от того, примет ее человек или нет. То есть настаивать, давить на человека, что ты должен принять нашу помощь, вот этого делать не нужно. А чи існують якісь поради і психологічні, і якісь професійні стосовно в плані роботи для тих людей, які відразу після свят поїхали в іншу країну заробляти? Тобто незнайома країна, незнайома робота. Кардинально змінили своє життя. Дійсно. І що робити в таких випадках? Ну, наверное, коллега, пусть стартует. Давайте попробую, да. Я не думаю, что это чем-то отличается после свят туда уехать или в обычное, да. Ну, любой переезд – это в любом случае стрессовый период для человека, как бы мы там ни устроили себе, уже будучи здесь, там, и работу, да, и может быть, друзья там, знакомые и так далее. Но тут все-таки я вернусь к тому, что для каждого человека очень индивидуально, и как вот говорил, да, собеседник, чтобы как человек каждый возвращается, вот какие точки контроля, да, какие, кому-то, может быть, поговорить с родными и близкими по духу людьми, да, я понимаю, что вы, скорее всего, будете находиться далеко от семьи, но, может быть, у вас там есть какие-то знакомые, которые близки вам по духу, иногда беседа, иногда там балование себя каким-то, чем-то приятным, да, каким-то, действительно, какими-то вот такими хобби маленькими, которые доставляют удовольствие, но тут очень же, очень индивидуально, кому что приносит удовольствие, и поэтому здесь праздничные дни или непраздничные, они вряд ли играют роль, это стрессовый период, к этому нужно быть готовым, единственное, что, конечно, для всех тех, кто уезжает за границу на работу, большая рекомендация, вот максимально сделать все здесь, на месте, чтобы облегчить себе там работу. Например, там, подучить язык, подумать о том, где вы будете жить, подумать о том, с кем вы будете общаться. Ну, то есть вот такие подготовительные работы провести еще здесь, находясь в такой в зоне комфорта. Пане Максиме, півтори хвилини. Это большая проблема – отъезд человека в другую страну. То есть, есть такое понятие, как стресс эмиграции. Пусть она краткосрочная, но все равно человек меняет страну. Поэтому действительно желательно готовиться. То есть просто так взять и уехать, ну, это, как правило, гарантирован стресс, очень серьезный, да, его проявление даже до дистресса. Поэтому лучше готовиться заранее. Это серьезная проблема, к ней надо подготовиться, и язык, и документы, и все-все-все остальное. То есть тогда мы избегаем, ну, 50%, может быть, тяжести этого стресса. Но это отдельная тема, ее надо отдельно обсуждать. Она не связана впрямую с праздниками только. Чи потрібно готуватися тоді родині, яка залишається в Україні? Конечно. Конечно, это вообще желательно пройти какой-то тренинг по подготовке к иммиграции. Это серьезно для всей семьи.
Ну що ж, друзі, сподіваємося, що після сьогоднішньої нашої програми ви по-іншому будете дивитися на свята і будете вже планувати їх наперед, щоб не було вже погано після них. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про післясвяткову депресію та про те, як увійти у звичний робочий ритм. І нам допомагали в цьому Максим Білоусенко, практичний психолог, та Марина Мушинська, менеджер проєкту з працевлаштування «Перспектива». Дуже дякуємо, що знайшли час вам і завітали до нашої студії. Спасибо, до свидания. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Друзі, почуємося і побачимось на Суспільному. Хай вам щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».